И вот снова на взятке попалась крупная рыба. Во всяком случае, так утверждают закарпатские правоохранители. Меченые деньги нашли у мэра ЧОПа и депутата ЧОПского горсовета. Еще один соучастник – городской архитектор. Подробности далее. Полицейские пересчитывают меченые доллары. Их нашли в карманах депутата ЧОПского горсовета. Видео сняли местные активисты и выложили в интернет. Это ваши грошовые кошты? Нет, это не мои. 65-я статья Конституции. А мэра ЧОПа буквально сняли с поезда, когда он ехал в командировку в Киев. В полиции сообщили, он тоже причастен к вымогательству денег у предпринимателя. Еще один соучастник – архитектор горсовета. Взятку якобы требовали у бизнесмена за выдачу разрешения на установку в центре города нескольких МАФов. В дану групу входили депутат-посередник, депутат Чопської міської ради, начальник відділу містобудування і архітектури Чопської міської ради, а також мер міста Чоп. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить близько 4 тисячі доларів США. Сотрудники уверяют, Чопський горсовет сьогодні работает в обычном режимі, хоча двері кабінету градоначальника опечатаны. Вчора міський голова відбув Київ у відрядження. То, що вчора, ну, я не можу, тому що я не володію повною картиною, а говорити, лише би говорити. На зв'язок ви не виходили з міським головою? Ні. Я йому телефонував, але він не відповідає. Депутат Чопского горсовета Иштван Тофт рассказал, все задержанные имеют средний достаток. Один из них, депутат которого в полиции называют посредником, бывший милиционер, теперь на пенсии. Его супруга работает в полиции, и сын тоже якобы хочет стать полицейским. У городского архитектора недавно умерла супруга, сам воспитывает двоих детей. Иштван допускает, что предприниматель, на удочку которого попались чопские чиновники, возможно, подставной. Он представился как вот достаточно вот... Богатый человек с Днепропетровска, он предприниматель, хочет в ЧОПе что-нибудь открыть. И хотел бы поставить, в общем, обмен валют, будки. И в это время он предлагал вот всем, как бы вот, может, чем-то поможет на развитие футбольного клуба. Все трое подозреваемые во взяточничестве задержаны. Завтра суд должен избрать меру пресечения. По факту получения неправомерной выгоды мэром, архитектором и депутатом, полиция открыла уголовное производство. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.